чуть не забыл рассказать местную фишку про хинкали, да, вот эти большие пельмени. Они вообще везде разные, но чуть-чуть разный вкус получается. Это довольно-таки интересно. Стоят они вот в Гудаури, да, где вообще все как-то супер дорого, они стоят 2 лари за штуку. Не нужно заказывать минимум 5. Ну, то есть 5 хинкали — это в целом, ну как, покушать так на полдня. Здесь, в Батуми, ну, может быть, мне были просто в каких-то супердорогих рестиках, но в обычных кафешках, да, в обычных рестиках, ну, которые выглядят нормально абсолютно, они стоят 1,2 лари за штуку. Я выучил, копейки называются Т3, как Тетрис, только без S. В общем, получается, вы берете 5 хинкаль по 1,2, это получается 6 лари за порцию. Ну, еще можно туда взять водички, допустим, за 3 лари, или чайоку за 5. Заметили, да, чай обычный из пакетика стоит 5 лари, примерно как 6 лари за 5 хинкаль. То есть совершенно несопоставимые вещи, ну, на мой взгляд. И в итоге, где-то примерно чуть больше, чем за 10 лари в любом случае, то есть за 250 рублей мы можем покушать в кафе, ну, реально на полдня, потому что там бульончик внутри, мясо и сама вот эта, ну, макаронная такая, значит, субстанция в виде теста. Вот, то есть это мощный чит. Супы всякие могут стоить 12-15 лари. Всякие сложные мясные блюда стоят где-то от 20 лари. То есть вот эта тема с хинкали, она прям, ну, сильно выручает. То есть это недорого, и одновременно ты можешь нормально объесться. Вот, наверное, я сейчас и пойду в продолжение своего путешествия, займусь именно этим, просто нагуглю на карте ближайшую кафешку и точну пятишку хинкали.